Териберки спасали туристов, которые решили проявить чудеса альпинизма и залезли на отвесную скалу, чтобы поближе рассмотреть гнезда птиц. Застрявших в ущелье орнитологов-любителей вызволяли специалисты Центра лесного и экологического контроля Минприроды Мурманской области. Сигнал о ЧП передали неравнодушные посетители природного парка. Но чтобы найти застрявших туристов, спасателям пришлось попотеть. К поискам привлекли добровольцев из числа гидов и других гостей Териберки. Местность даже обследовали с коптера. Пострадавшие были обнаружены в ущелье скалы Птичий базар в районе водопада Батарейский. Им сначала передали теплую одежду, а после сняли со скалы с помощью спецснаряжения. Никто из попавших в ЧП людей не пострадал. Медицинская помощь им тоже не потребовалась, сообщает паблик «Регион 51».